Здравствуйте. На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Озеро Арчак или озеро Фламинго в Западной Армении объявлено особо охраняемым районом. В Армении за сутки зарегистрировано 428 новых случаев заражения коронавирусом. Русская православная церковь выступает против попыток изменить статус собора Святой Софии в Константинополе. 400 человек были арестованы в Турции по обвинению в поддержке Гюлена. Решение организатора Хачатрянского международного конкурса достойно восхищения, ректор Московской консерватории. Озеро Арчак провинции Ван, Западной Армении, в котором обитают десятки видов птиц, было объявлено чувствительной охраняемой территорией. Озеро, где обитает около половины из 453 видов птиц, обитающих в Западной Армении, имеющую глубину 18 метров и считается младшим братом озера Ван. Это одна из самых больших сред обитания птиц фламинго в мире. В Армении за сутки зарегистрировано 428 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом новости Армении News.IM сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Республики. В общей сложности на утро 10 июня в стране зарегистрировано уже 14103 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечится 8573 лица, а за день их число уменьшилось на 360. Выздоровели 5223 человека, 772 за последние сутки. Скончались 227 пациентов, 10 за последние сутки. Еще трое граждан с коронавирусом за сутки скончались по формулировке властей из-за иных болезней. Общее число таких случаев 77. Таким образом, общее число смертей достигло 304. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть. В Русской Православной Церкви выразили надежду на то, что нынешний музейный статус собора Святой Софии в Стамбуле не будет изменен, и храм не будет снова превращен в мечеть. 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в Святой Софии состоялось чтение Корана. Через неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил ЦК правящей партии «Справедливости и развития» изучить возможность превращения Софии в мечеть. Любые попытки сейчас изменить статус храма Святой Софии, который на сегодняшний день является музеем, приведут к изменению и нарушению тех крупных межконфессиональных и межрелигиозных балансов, которые сложились, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24». Поэтому, добавил он, хотелось бы надеяться на то, что этот храм и дальше будет оставаться музеем, и что доступ в него будет открыт всем желающим, и подобные события не будут провоцировать межрелигиозную напряженность. Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля. С 1985 года собор включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Турции было арестовано более 400 человек, в том числе солдаты, которые в настоящее время служат в армии. Прокуратура утверждает, что все задержанные поддерживают лидера оппозиции Фетхуллаха Гюлена, который, по словам Анкары, пытался устроить переворот в 2016 году. Гюлен, который живет в Соединенных Штатах, категорически отрицает обвинения, а Вашингтон отрицает просьбу Анкары о его выдаче. Следствие по делу продолжается уже 4 года, число арестованных уже превышает 80 тысяч. Ряд западных организаций утверждают, что президент Эрдоган использует эти дела, чтобы заставить замолчать противников и укрепить свои позиции. В Ереване проходит 16-й международный конкурс имени Арама Хачатуряна. В этом году для его организации были использованы современные технологии, в том числе искусственный интеллект. Ректор Московской консерватории имени Чайковского Александр Соколов отмечает, что в этом году в связи с пандемией многие международные конкурсы в Европе либо отменены, либо отложены на неопределенный срок. В связи с этим он положительно оценил решение организаторов провести международный конкурс имени Хачатуряна с применением высоких технологий, тем самым еще более расширяя его аудиторию. Уверен, что Арам Хачатурян приветствовал бы такой смелый шаг, подчеркнул он. Международный конкурс Хачатуряна был впервые проведен в 2003 году в рамках празднования столетия великого композитора. Конкурс Хачатуряна был включен в Всемирную федерацию международных музыкальных конкурсов в 2013 году и является единственным армянским конкурсом, который удостоился данной чести. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Карин Керти». Thank you.
Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.